Всем привет, друзья! Посмотрите, какая у нас сегодня погодка. Зимушка, зима, все замело, дорожки замело, все. А чем я занимаюсь? Я готовлю торт с вишней. Очень-очень вкусный. У меня есть рецепт на канале. Кому интересно, проходите плейлист рецепты, там увидите. У папы был день рождения, у Робинова папы. И я делаю торт, и мы сегодня идем папу поздравлять. Сейчас быстренько-быстренько управлюсь и потом покажу вам, что у меня получится. Тесто готово и отправляется у меня в духовку. Будет выпекаться приблизительно 35 минут. Потом нужно будет тесто остудить. И пока тесто будет остужаться, я буду готовить крем. Тесто готово, я достала из духовки. Оно еще, конечно, немножечко осядет. Сейчас охладится немножко здесь в доме, потом, может быть, вынесу на террасу, потому что нужно, чтобы тесто было полностью охлаждено. Иначе начинку, которую я буду здесь ставить, ну, она может растаять, да? Поэтому постоит пока немножечко здесь, потом вынесу на террасу и потом уже начну готовить начинку. Сливки взбила, вот как замечательно. Творожную массу тоже взбила, теперь все это смешаю, и вот уже надела кольцо, теперь буду все это выкладывать. Начинку разровняла, вот у меня осталось совсем немножечко, буквально вот, ну, наверное, здесь меньше 1 сантиметра. Это у меня будет заливаться здесь глазурь, которую я сейчас буду готовить. Все, залила глазурь прям под самые-самые, у меня еще глазурь немножечко осталось. Ну, это типа густого киселя консистенция, да? Все, теперь немножечко оно вот сейчас вот буквально закрепится и потом отнесу на террасу. Будет уже там застывать. Времени у меня достаточно. Время только 11:30. Мы к родителям идем, где-то будет 4 часа. Поэтому на холоде постоит как раз 2-3 часа. Это будет отличное время. Но это еще не все. Потом я буду снимать кольцо и буду еще его сверху украшать. Вот, посмотрите, какая у меня красота получилась. Тоже достаточно высокий. О, какой высокий. Сейчас я приготовила еще сливки. Взбила. Теперь я обмажу здесь все сливками и сверху украшу. Но прежде чем я это сделаю, я хочу дно поменять. У меня вот специально такая подставка. И я хочу осторожно сейчас это сделать. Получилось. Главное, что не порвалась глазурь здесь. Вот я на два ножа вот так вот. Очень, конечно, тяжелый, но получилось. Теперь аккуратно обмажу сливками по краям и буду украшать. Покажу. Вот, целиком и полностью уже тортик готов. Папе исполнилось 78 лет. Вот как смогла. Немножечко, конечно, у меня как-то цифра сюда ушла, но я думаю, что ничего страшного. Вот так все украсила. Здесь вот так все сливками. В общем, красота. Отправляется снова на холод, и потом уже поедем к родителям. Всем привет! Бобби за рулем. О, господи, что она так скрипит? Доминик, солнышко, покажись. Всем привет! Так, сейчас я усядусь, застегнусь и расскажу вам. Значит, торт я сделала, все. Он хорошо постоял на холоде. У нас прям зима-зима, вон машина вся в снегу. И снежок метет такой, маленький, меленький такой, как мука. Ну, свое дело делает. Я сегодня перчаточки, Наташа, твои надеваю. Они как раз по цвету так более-менее к пуховику подходят. И у меня как раз малиновый свитер я одела сегодня. Надела. Так, надеваем перчаточку. Все, чтобы тепло было. Сейчас поедем поздравим. Вот, поговорим, пообщаемся. Вот как раз заправлю. Ой, как тепло, хорошо. Какие они мягенькие, классные. С такими шишечками. Классненько. Да-да, покажи свои дырявые. Кто б тебе перчатки связал, да, Доминик? Хотела сказать, Робби. Я перчатки не вижу. Робби, надо попробовать на твою руку. Кстати, как раз позанимаюсь. Выезжай, выезжай. Ага, свободно. Как раз потренируюсь, позанимаюсь на тебе. У нас зима. Все. Нет у нас никакого солнца, никаких теплых дней. У нас настоящая зима. Все. Сказали
ночью до минус 15, потом, что ты смотрел, Робби, сегодня до минус 9 уже сказали. Ну, в общем, у нас снег метет, мороз, ни о какой весне и нету и речи даже вообще. То есть у нас прям настоящая зима, пурга. Вот такие дела. Так, я с вязанием, конечно же, я же не просто так. Я с вязанием. Я уже все посчитала, сейчас буду набирать петли на пуловер для своей свекрови, потому что они здесь, и они собираются уезжать, мама сказала, ориентировочно где-то после 4 марта. Мама мне сказала, да, после моего дня рождения. 3-го у меня день рождения, они собираются 4 или 5 выезжать. И мне надо до этого времени, конечно, и связать пуловер, надо все это успеть. Ну, там, в принципе, узор несложный. Вы, кстати, меня спрашивали, чтобы я поделилась схемой. Без проблем. Я схему выставлю во Львове в Одноклассниках или ВКонтакте, пожалуйста. Или пишите мне в Инстаграм, я с удовольствием пришлю вам в Инстаграм. Я узорчик показывала такой, ну, как там, не сильно ажурный, не, в общем, не совсем лицевая гладь, но и не совсем сильный ажур. Так, буквально там по диагонали идут такие дырочки, вот. Вот такие дела. Ну, приедем к родителям, я там еще немножечко вам поснимаю. Все, до следующего включения. Буду вязать, петельки набирать. Почти приехали, осталась одна минутка, я успела как раз в дороге набрать петли, и сейчас посчитаю, сколько мне нужно раппортов, сколько у меня петель в раппорте, сколько у меня получится, я буду вязать по кругу, нужна ли мне петля для симметрии, в общем, все это посмотрю, и уже у свекрови будем пить кофе, и я там уже начну свое вязание. Зимушка, зима прям. Почему не было такого снега, когда был Новый год и Рождество, да, Руби? А сейчас, когда уже хочется весны, пошел снег. Но вообще-то еще февраль и март, в принципе, так что еще зима, это абсолютно нормально. Уже приехали, все. Сейчас всегда проблема, когда мы приезжаем к родителям, там всегда проблема парковку найти, место. Сейчас не знаю, найдем или нет, но будем надеяться. Да, ты что? Понесешь или мне понести? Ну ладно, понесу я, ладно, все. Вон, посмотрите, все машины у нас в сугробах, все машины в снегу. Давай, Домник, скорее, то снег метет. Метет, метет. Вот здесь уже дорожки почистили, хорошо. Так, давай-ка, Доминик, бегом, бегом. Возьми-ка у меня сумочку, зайка, вот тут вот, под мышкой у меня сумочка. Возьми ее. Все, пошли. Так, место нашли, это хорошо, и бегом. Так, ну что, где наши мама и папа? Метет, метет. Вот, как раз приехали. Так, вот так вот. Давай сюда. Ага. Мама как эскимос в капюшоне. Ну, да, я позвонила. Давай, Доминик, сейчас будут открывать. Нет.
Ты дома? Да, я позвонила, хорошо. Вот, все. Все, заходим, заходим. Мама встречает нас. Die zwei Seiten weg. Du musst 4 Jahre warten, dann kann man wieder drehen. Dann hast du 18. Hoppa. Schlecht aus. Hoppa. Lass du das liegen. Ja. Das ist gut. Gestern wieder. Oh. Мама сказала, хорошо я сделала. Это было по ее мастер-классу. Посидели хорошо. Ой, Доминик, понеси, можешь помочь мне вот эту кастрюльку? Ага. Вон мама дала нам сарму. О, мама с папой машет нам ручкой. Чиз, чиз. Чиз. У нас темнеет рано, естественно, еще пока. Вообще, сколько время, Робби? Ой, вороны раскричались. Начало 6 у нас, ну, еще немножечко светло на улице, уже фонари включили. А мы едем домой, все, хорошо посидели, папу поздравили. Они, конечно, были очень рады, что мы приехали. Не ожидали, что я тортик испекла. Порадовались, попили кофе и маме оставили торт. Потому что мы на диете. Нам по кусочку хватило. Классно. Такой воздух чистый, свежий, морозный. Ветра нет. Вот хорошо, когда снежок идет и ветра нет. Прям хорошо на улице. Ну все. Увидимся дома. Снегом замело, Робби пошел чистить. Говорит, ничего не вижу, надо все чистить. Вот так посидели буквально часик у родителей. Тут машину замело. Вот. Сейчас получше. И сзади тоже. Вот хочу вам показать, что я провязала. Вчера после родителей мы пришли, я немножечко повязала вечером и сегодня еще повязала. Вяжу по кругу и вот, ну, сколько сантиметров, наверное, 15 я провязала. Вот такой узор, я вам говорила. Кому очень хочется, очень понравилось, кто захочет вязать, сейчас увидите вы схему на экране. Если хотите более крупным планом, то, пожалуйста, заходите в Одноклассники ко мне на страницу в альбоме схемы. Я размещу эту схему. Также ВКонтакте размещу или можете написать мне в Инстаграм. Вот так у меня получается. Это я положила кофточку свекрови, которую она мне дала для выкройки. Вот видите, как я угадала. Но угадала не сразу. Сначала я набрала количество петель. У меня было количество петель побольше. Пришлось распустить. Было у меня 25 петель лишних. Вот теперь все у меня хорошо получается. Вот я 2 ниточки смиксовала, я уже говорила вам об этом, показывала в предыдущих видео. Ну, буду вязать дальше, потом уже, когда продвинусь побольше, более подробно покажу вам мой процесс, мои продвижения. Ну вот и все, на этом свое видео хочу закончить. Желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч!